Здравствуйте, с вами Андрей Таркенов, это программа «Здесь и сейчас». Сегодня у нас в гостях офицер пограничного управления ФСБ России по Карачаево-Черкесии Кирилл Назаров. Здравствуйте. Добрый день. Ну что ж, можно, я думаю, кратко подвести итоги года. Год был непростым, в том числе и для вашей сферы, учитывая, что пандемия внесла свои коррективы во все наши сферы, наверное, жизнедеятельности. Границы были закрыты, и благодаря этому внутренний туризм наш в Карачаево-Черкесии и в стране развивался. И это, конечно, колоссальная нагрузка для ваших сотрудников. Расскажите, много ли туристов было у нас на курортных зонах, есть ли нарушения, с пониманием ли относятся к каким-то ограничениям и как прошел в целом для вас год? Ну, для нас год в целом прошел напряженно, в том числе связан с эпидемиологической обстановкой, которая у нас в Российской Федерации, в частности в Карачаево-Черкесской Республике, имела быть место. Туристический наплыв действительно он увеличился, особенно если кто был в новогодние праздники. Вот зимний, сейчас как раз зимний период сезона активно идет, туристов очень много. Ну, поскольку у нас в зимний период туристические зоны практически, пограничная зона для туристов, она закрыта. Ввиду того, что там просто-напросто не пройти. Поэтому основная масса это было в приграничной территории. Да, туристов было порядка много. Нарушений, в принципе, за весь год, ну, не скажу, что было сильно много, но были все равно. Но с каждым годом хочу сказать, что их меньше, меньше и меньше становится. Дисциплинирование относится. Да, потому что люди, наконец, начали все-таки изучать правила пограничного режима, начали звонить постоянно, спрашивать, интересоваться, куда можно пройти, куда нельзя пройти, какие документы при себе иметь, оформлять соответствующие пропуска, которые необходимо иметь для пограничной зоны. В целом, нарушений самой государственной границы, ну, как таковых их не было. Ну, в основном, наши границы под надежным замком? Да, ключ в кармане. Так, здорово. В основном это были нарушения, связанные именно с пограничной зоной. И то малозначительные. Ну вот, не отходя от кассы, как говорится, давайте вот напомним, какие документы для этого необходимы, как долго это все делается, вообще сложно ли это, ну, все оформить официально? Сейчас все это дело оформить официально, это очень довольно-таки просто. Элементарно, даже заходите в программу госуслуги, если она у каждого в мобильном телефоне, оставляете свою заявку, свои данные, и сотрудники после этого вам, соответственно, оформляют пропуск, звонят и говорят, что где его можно пропуск забрать. Можно забрать его, либо вам пришлют на электронную почту, либо уже, когда пребываете в республике, если вы с нового региона, получаете, соответственно, здесь, в республике. Ну и по срокам это, насколько я помню, недели две. Да, не более двух недель для граждан Российской Федерации. Если можно, также это оформить почтой, прислать свои документы, заявление, с оформленным заявлением уже, бланк есть на нашем сайте, есть на госуслугах, с приложением соответствующих копий паспортов, если выйти на машине, документы на машину, и то же самое присылаете, та же оформляют пропуск. И после этого пропуск получаете уже непосредственно в самом пограничном управлении. И действует он до какого периода? Полугода, года? Действует он год, некоторые даже до трех лет действует. Все зависит от того, насколько вы напишете сроки. И, соответственно, там какой-то километраж, да, зона действия у него, ну, есть? В принципе, мы его даем по всей территории Карачаево-Черкесской Республики. Да, там есть определенные ограничения. Это без выхода на главный Кавказский хребет и не более 5-километровую зону от линии государственной границы. То есть в этой пребывать запрещено. Все, что касается до этого, а пожалуйста. Есть много желающих, которые хотят попасть на Кавказский главный хребет? Ну, в основном, ну, есть, да, есть. Это в основном те люди, которые пересекают, идут, скажем так, транзитом через перевалы по всей территории Карачаево-Черкесской Республики. Естественно, у многих есть желание подняться, посмотреть. Повыше. Да, повыше, там, покрасивее, там, посмотреть природу и так далее. Но, к сожалению, на данный момент сейчас делать нельзя. И, соответственно, да, хочу тоже отметить, что там нужно не только регистрироваться самому, а также можно регистрировать автомобиль, на котором вы туда проедете. Эти данные лучше внести сразу, чтобы потом недопонимания не было. Если вы едете на автомобиле, соответственно, ваши данные автомобиля и документов на автомобиль, они указываются в пропуске. То есть именно на этом автомобиле вы имеете пребывать на территории пограничной зоны. Как раз когда передачу снимали, с этой проблемой мы столкнулись, как говорится, на практике. Да. Времени потеряли прилично. Ну что ж, давайте мы немножко поговорим о внутренней работе, как обстоят дела у сотрудников, как для вас дался пандемийный год в плане здоровья. Все-таки на границе кто у нас охраняет, они должны быть здоровы и бдительны.
Да, конечно, пандемия нас стороной не обошла. Есть тоже были сотрудники, которые переболели и на данный момент продолжают болеть. Но, тем не менее, как бы это сильное влияние на охрану государственной границы никакого не оказывает. Все, что связано с заболеванием, наши медицинские сотрудники делают, вылечивают сотрудников, как можно скорее ставят на ноги, чтобы они дальше продолжали исполнять свои служебные обязанности. Вот. Ну, что касается охраны границы, в принципе, здесь тоже особых как бы, проблем не было, связанных им с здоровьем. Те, кто болели, там, какое-то время обязанности перекладываются на других сотрудников, которые с честью их и достоинством исполняли на высоком уровне. Ну, когда сотрудник выздоровел, соответственно, эти обязанности опять на него дальше возлагались. Вот. Ну, что касается поступления новых, молодых сотрудников, в этом тоже мы работаем планово. Тоже объясняем, разъясняем, что такая ситуация, необходимо дополнительные какие-то определенные меры применять для сохранения жизни и здоровья сотрудников, для сохранения здоровья тех людей, которые хотят на службу, поступать на службу. И, к сожалению, есть неопределенные на это затраты, в том числе на, для того, чтобы взять этот ПЦР-тест, которые требуют, в принципе, во всех учреждениях и все медики. Мы не без исключения. Но чтобы мы могли работать только со здоровыми людьми. Угу. А с омикроном, кстати, у вас ситуация не поменялась? Все-таки есть уже какие-то нововведения, где ПЦР-тесты не нужны, и не нужно ждать там 2 недель, достаточно там 5-7, если, в принципе, здоровье позволяет. Там каких-то новых указаний нету? Да, по этому поводу у нас ничего не изменилось, в принципе. Омикрон особо, скажем так, свои коррективы никакую не внес. Как была ситуация, так она, в принципе, осталась. У меня вот какой вопрос будет. Вот я когда служил в армии, ну, лет 10 назад, вот, как сейчас не знаю, но в мое время это была очень престижная сфера. Все туда хотели попасть, устроиться, погранцы. Вот все как-то мечтали у нас во время службы. Как сейчас с этим? Актуальность и желание осталось у молодых людей вот, служить на границе? Желание, конечно, есть большое. Мы ежегодно рассматриваем очень большое количество молодых людей, которые изъявили желание служить в нашей сфере, в нашем ведомстве. К сожалению, не все проходят, не все отвечают требованиям сотрудника пограничных органов. А можем перечислить, вот какие характеристики физические, психологические для этого необходимы? Это как бы само собой разумеющееся. Помимо этого, есть требования, которые написаны в рамках федерального закона, положение о порядке прохождения военной службы. Ну, это, во-первых, возраст. Во-вторых, это наличие образования. Высшего. Это не обязательно. Это минимум 11 классов. Ну и, естественно, молодой человек должен был пройти срочную службу. Либо срочную службу, либо военную службу по контракту, где-то в другом ведомстве, в силовом, где имеется военная служба. Если он соответствует, ну, отсутствию судимости, здоровье хорошее, что было у него, во-первых, отсутствие гражданства другого государства. Он должен быть гражданин, прежде всего, Российской Федерации, как, в принципе, его родственники, все близкие. Если по всем показателям он этим соответствует, вот первоначальным показателям, которые можно сказать, что я, да, как бы я хочу, я готов, я могу, то, пожалуйста, он приходит, и мы уже там начинаем уже как бы более углубленное изучение его. Это связано, прежде всего, с психофизиологическим его отбором. Смотрим уже по тестам, проводят там отбор уже специалисты, изучают его психологи, медики точно так же, военно-врачебную комиссию проходит, ну, сдает физподготовку. Если по всем показателям он готов, соответствует и все хорошо у него, то, в принципе, мы с удовольствием принимаем на службу, назначаем его на должность, распределяем в подразделение. Ну, после этого уже приступают к исполнению обязанностей военнослужащего. Угу. Ну, есть также возможность поступить в учебное заведение, и там уже по направлению можно приступить к этой работе. Да, у нас имеется 5 высших учебных заведений, которые ежегодно выпускают молодых лейтенантов, офицеров. Распределяются не по всей территории Российской Федерации. Там, где... В каких городах? Это у нас Хабаровск. Далековато. Да, это у нас Курган, это у нас... Московский пограничный институт, Голицынский пограничный институт, ну это Подмосковье, и Калининградский пограничный институт, город Калининград. Ну, Ставрополь есть, Ставрополь они выпускают
прапорщиков – это среднепрофессиональное образование. Но также при каждом этом институте есть еще среднепрофессиональное образование, то есть они получаются 2 года и получают звание прапорщика, и уже тоже как поступают войска. А жителям нашей республики какой посоветуете? Есть уже какой-то свой? Здесь, знаете, здесь я посоветовать ничего не смогу, потому что каждый определяет для себя, что он хочет. Во-первых, какой у него... Каждый вуз, он выпускает определенных специалистов. Ну, кто-то инженеров выпускает, кто-то техников выпускает, кто-то выпускает юристов, психологов и так далее. Поэтому кому, скажем так, что ближе, тот, соответственно, себя и определяет, что он хочет. Хочет быть юристом — это там, один институт. Хочет быть там, инженером либо техником — это другой институт. Хочет быть психологом — это третий институт и так далее. Каких-то определенных критерий для жителей именно Карачая, Черкесской республики не предусмотрено. Поэтому как граждане Российской Федерации не могут выбрать любой вуз, какой ему захотят, и в него, соответственно, подать документы и поступить. Оформляем мы через наше территориальное управление Карачая, Черкесская, и потом, соответственно, направляем документы в институт, в тот, который он выбрал. После прохождения тех же самых процедур, как и на контракт. То есть психофизиологический отбор, военно-врачебная комиссия, сдача физподготовки. Ну и после этого, когда институт рассматривает, если говорит, все, да, готов, они приезжают в институт, там сдают вступительные экзамены, и после этого уже сдается приказ либо о зачислении в институт, либо, соответственно, им отказывают. А учеба длится 5 стандартных лет? 5 лет, да. 5 лет. А может ли житель, к примеру, Карачаево-Черкесии охранять свои границы, либо по правилам так нельзя, нужно распределять другие регионы? Можно, но есть у нас такое понятие, как ротация. Это вводится, она введена для того, чтобы сотрудника не втянуть в коррупционные составляющие, не втянуть в преступную деятельность, не втянуть его там в различные другие негативные деятельности, которые может пагубно отразиться на безопасности государства. Поэтому для того, чтобы этого не было, вот у нас происходит замена. Как правило, эта замена происходит по всему Северному Кавказу. То есть уехал в регион, там послужил какой-то срок, вернулся обратно. Послужил, поехал в другом, и вот так вот. Условия службы, в принципе, везде одинаковы. Везде обеспечиваются служебным жильем, везде денежное довольствие, в принципе, то же самое. Проезд, отпуска, все то же самое. Поэтому единственное, что меняется, это место. Регион, либо, соответственно, подразделение, где он служил. Угу. А напомните, какая у нас общая площадь границы, километраж по республике? По республике? По республике она, в принципе, не сильно большая. Если брать по главному Кавказскому хребту, там государственная граница составляет где-то порядка 80 километров. 80 километров. Да. И точек пограничных, где у нас как бы все это дислоцировано, сколько? Застав? Это секрет. Застав? Да. Нет, почему? Каждый же едет в туристическую зону, все заставы видели, все, в принципе, в них обращаются. И в каждом практически муниципальном районе находится по одной подграничной заставе, которая дислоцируется именно к подразделению государственной границы. Так, давайте теперь немножко расскажем о внутреннем распорядке дня. Как он происходит, вот с чего начинается защита границы у пограничника? Ну, во-первых, защита у нас государственной границы распорядком дня, она определена нашим внутренним ведомственным приказом. Защита, она начинается, прежде всего, это с подготовки самого сотрудника. То есть у него, как вот в школе приходит, начинается со школьниками, то же самое начинается у нас так, это именно с подготовки знаний теоретической базы, практических навыков и умений, которые мы прививаем сотруднику. Это знание нормативно-правовой базы, это... Ну, физическая подготовка, в первую очередь, это умение владеть оружием, в том числе и спецсредствами, и рукопашным боем, ну и знание местности, знание умения общаться с людьми, то есть вплоть до психологической подготовки. И вот как сотрудник у нас ежегодно проходит обучение, ежегодно у нас принимается контрольно-проверочные занятия, то есть у нас обучение идет полным ходом, у нас практически учатся до самой пенсии. А день начинается у них, ну, рабочий день, имею в виду, замена сотрудников утром, вечером? У нас, понимаете как, у нас не как, можно сказать, классически, скажем так, кто служил срочную службу в Министерстве обороны, либо
ну, сейчас уже в Росгвардии, тогда во внутренних войсках. У нас система довольно-таки очень универсальная, и как вот такой четкой грейдейной линии, что вот именно прибыл, там, построение, там, как вот срочной службы, такого нету. Они все приходят на службу, на работу. То есть они пребывают дома. Дом находится, служебный дом на территории рядом с пограничной заставой. Он, соответственно, пребывает, если у него служба имеется, у нас служба охраняется круглые сутки. И днем, и ночью, в любой день, при любых погодных условиях осуществляется охрана государственной границы. Поэтому сотрудники в определенно назначенный день прибывают, осуществляют подготовку к наряду и вступают на охрану государственной границы. Если кто-то свободен, соответственно, занимается подготовкой. Я правильно понимаю, что в зависимости от местности это обход либо пешком, либо на конях, либо собаками? Естественно, это километраж, во-первых, сколько необходимо. Сколько в среднем они проходят? Это по-разному, у каждого как. Ну, где-то может быть километров 10, если в активный сезон охраны границы. Это минимум по горам пройти 10 километров, это очень солидно. Это полностью в обмундировании? Ну, не совсем та экипировка, которая предусмотрена. Опять-таки, для каждого вида наряда своя экипировка предусмотрена. То есть нет такого, что вот у него классика однозначно. Это стандартно для каждого наряда, для, и опять для тех задач, которые стоят перед ним, соответственно, выдается определенная экипировка. Ну, с тем учетом, чтобы он еще и смог выполнить, а не просто умер на этом маршруте под тяжестью им амуниции. Да, мобильность – это необходимо. А вот что имеет право делать пограничник и что не имеет? Вот, допустим, он увидел злостного нарушителя, его дальнейшие действия. Ну, понимаете, опять-таки, здесь все его порядок действий прописан в наших нормативных базах. Да. В каждой ситуации, опять, каждая ситуация, она протекает индивидуально. И как необходимо действие в той или иной ситуации, он же сам индивидуально принимает решение. И поэтому у нас происходит такой жесткий отбор. Потому что не каждый может сориентироваться в стрессовую ситуацию. Кто-то растеряется, а здесь реакция должна быть молниеносной, чтобы не допустить, ну, в худшем случае это гибели сотрудника. В лучшем это нарушение государственной границы, грубо говоря. Чтобы вот не допустить безопасности государства, не допустить покушения жизни, здоровья сотрудников, спецсредств, имущества пограничной службы. Поэтому здесь сказать, как он должен действовать конкретно в обществе, такого как бы очень тяжело. Ну, на практике у нас есть какие-то случаи, о которых можно рассказать, такие экстренные? Ну, на практике я сейчас так не припомню, чтобы у нас были какие-то такие именно экстренные случаи. В основном это связано с охраной государственной границы. Ну, в активный сезон, когда вот лето уже наступает. Туристы. Да, туристы. Кто-то, люди, понятно, приезжают сюда отдыхать, кто-то чуть подопьет, он права свои начинает качать, типа вы не правы там, и так далее. Пытаются приходится им разъяснять, приходится напоминать, что там люди при исполнении, можем вас задержать и так далее. Так что было какие-то прям доходило до рукопашной схватки, но такого, конечно, не было. Ну, на поражение ни в кого не пришлось стрелять. Слава богу, нет. Дай бог, такого еще даже не появится. Ну, вообще вот сотрудник пограничной службы имеет право без предупреждения сразу стрелять на поражение? Может, конечно. Единственный случай, если в отношении его тоже применяется оружие. То есть если его там обстреливают с огнестрельного оружия, естественно, он не будет предупреждать, он тоже сразу будет стрелять на поражение. А в всех остальных случаях порядок применения оружия, он четко расписан регламентом, как он должен действовать в той или иной ситуации. Так что с погранцами не шутите. Да. Ну вот я по своей работе часто сталкивался с сотрудниками, очень добрые люди, всегда вежливые, предложат чай, кофе. А мне казалось наоборот, что пограничники самые такие нелюдимые, суровые такие, бездушные машины. Ну понимаете, гостеприимство, во-первых, это Кавказ, гостеприимство всегда у нас в крови. Какой бы ты там ни был плохой человек, в первую очередь предложить ему, соответственно, всегда говорится, когда человек в горах, предложи ему сначала тепло, соль и горячий напиток какой-нибудь. Поэтому всегда у нас предложение, чай, кофе, это, во-первых, располагает человека к себе для общения, для, может быть, каких-то других вопросов, которые необходимо нам с ним провести. Ну, вообще мы гостеприимные. Если к нам с открытым сердцем, мы тоже с открытым сердцем. Если, как говорил Александр Невский, кто-то с мечом придет, от меча не погибнет. Подтверждаю, это так. А ну что ж, впереди у нас весна. Наверное, потихоньку начнется опять разъяснительная работа.
объяснение, куда можно, куда нельзя, где что оформлять. Вот самый такой нагруженный пик для вас все-таки зимний или летний? Ну, скорее всего, больше на летний период, потому что летом людей приезжает очень больше, открываются перевалы, открывается снег, тает, везде, в принципе, становятся места проходимые, люди начинают активно идти в горы, чтобы преодолеть определенные перевалы, забраться на определенные возвышенности, покорить какую-то гору и так далее. И большинство из этих мест, они находятся на территории в пограничной зоне. Зимой, в основном, это вот приграничные районы, Романтик, Домбай, когда, в принципе, там пропуск в пограничную зону не нужно. Поэтому основной период активной работы – это летний период. Начиная вот с весны и заканчивая до глубокой осени, пока снегом все опять не завалит. Пользуясь случаем, можете как раз обратиться к жителям, к туристам, кто как раз себе такие обширные цели поставил этим летом, этой весной попутешествовать по территории Карачаево-Черкесии. Ну, пожелаем только одно, чтобы вовремя оформляли документы, подавали все необходимые документы, писали заявления, получали эти документы на руки, с ними прибывали туда, куда запланировали отдохнуть, не лезли туда, куда не надо, чтобы потом не предоставлять проблем ни нам, ни сотрудникам МЧС, которые потом совместно постоянно приходится периодически с тех или иных ситуаций вытаскивать людей. Ну, чтобы возвращались живыми, здоровыми, отдохнувшими, с положительными впечатлениями Карачаево-Черкесской Республики, а нас, как и пограничной службы, которая обеспечивает безопасность, в первую очередь, это их, всего государства в целом, Карачаево-Черкесской Республики, естественно. Поэтому, чтобы все проходило тихо, мирно, спокойно в рамках законодательства. Всем, кто желает у нас поступить на военную службу по контракту, поступить в ведомственное учебное заведение. В принципе, мы все готовы рассмотреть в качестве кандидатов для поступления. Те, кто хочет поступить в институты, обращаясь прежде всего к десятиклассникам, которые в этом году пойдут в 10 класс в сентябре, уже сейчас нужно принимать решение, хотите ли вы быть сотрудником Федеральной службы безопасности, либо не хотите. Если кто хочет, в августе уже обращайтесь в наше пограничное управление, сотрудники вам разъяснят, помогут определиться с выбором, расскажут немного об институтах, какие там особенности, специфика и так далее. И для того, чтобы вам уже в 11 классе определиться с госэкзаменами. А какие предметы сдают? Опять по профилю деятельности разные. Если по юриспруденции, то это одни. Если техники, то там другие. Там физика входит, юриспруденция, там, по-моему, правовидение, или как оно сейчас называется, точно не скажу. Математика, русский язык. Обязательно это идут математика, физподготовка. Остальные идут дополнительные предметы, в зависимости от направления деятельности, от той специальности, которой они будут обучаться, получать образование. Те, кто хочет поступить на военную службу по контракту, соответственно, у нас работает каждую неделю, вторник, четверг, с 2 часов, это приемные дни, куда можете обратиться, подойти, высказать свое желание, что вы хотите служить по контракту, мы, соответственно, вам все разъясним, объясним, зададим те вопросы, которые нас интересуют в первую очередь, расскажем, что вам предстоит пройти, как пройти, и, в принципе, начнем работу, если вас и ваши родственники не будут против, если вас все устраивает. Вот. Если у вас все хорошо, все замечательно, мы, в принципе, готовы вас назначить на военную службу по контракту. А на сколько лет заключается контракт? Вы знаете, здесь специфика очень такая интересная. У нас есть должности сержантского состава и прапорщиков. И с сержантским составом мы заключаем контракт на 3 года с испытательным сроком 3 месяца, а с прапорщиком мы заключаем сразу на 5 лет без испытательного срока. Без испытательного? Да. А с чем это связано? Ну, так в законе написано. Поэтому здесь определено законодательством Российской Федерации. Считается, что прапорщик уже более подготовленный, поэтому готов исполнять обязанности уже до конца. И убедительная просьба, те, кто решили устроиться на военную службу, либо поступить в институт, надо всего, прежде всего определиться, как серьезно вы готовы в этой системе пробыть. То есть, либо временно посмотреть, что это такое, мое, не мое, либо, соответственно, до пенсии. Если временно мое, не мое, лучше не стоит, потому что только потратите свое время. Если готовы серьезно и до конца,
посвятить свою жизнь защите Отечества, тогда мы, в принципе, готовы рассмотреть. Потому что патриотическая направленность, прежде всего, мы тоже рассматриваем не в последних рядах. Если можем материальную составляющую, можем на последнее отнести, то патриотизм и, прежде всего, готовность самопожертвования у нас стоит на первом месте. А что самое сложное в службе? Психологическая составляющая? Скорее всего, она психологическая. Почему? Потому что у нас бывают такие моменты, когда вот кажется, что день сурка. Каждый день одно и то же, одно и то же, одно и то же. Если физически более-менее подготовлен, там, по горам может ходить, там, бегать, подтягиваться и так далее, физическая выносливость хорошая, то психологическая у некоторых очень, скажем так, слабая. Тем более век современной технологии, технологии, к сожалению, на это очень сильно влияют. Ну, в частности, интернет, социальные сети и так далее. То есть пограничник может сидеть с телефоном, выходить в интернет, то есть полностью вести такую социальную жизнь? Свою, скажем так, личное время он может делать, естественно, что захочет, в рамках законодательства, естественно. Угу. Но вопросы, связанные с службой, естественно, это категорически запрещено. Снимать там объекты, снимать, как несется служба, оружие, себя в том числе и так далее. А так, пожалуйста, дома посидеть в интернете, посмотреть, что там в мире творится. Естественно, мы же люди тоже должны знать, что творится в мире, потому что на первых рядах стоим. И только после этого уже делать какой-то аналитический отбор. Хорошо у нас, плохо, чему готовиться там, и так далее. Интересно. Вот. А у нас больше контрактников или тех, кто прошел учебу? У нас, в принципе, все контрактники. Офицеры все тоже контракты заключают. А с каких регионов в основном? Да у нас, знаете, у нас, так сказать, многонациональное управление. У нас национальностей очень много. И есть из центральной России, есть из Северного Кавказа. Есть, ну, вот как отзываются карачаево-черкесские степчи? Вот попасть на такую точку, в такой регион, в такое живописное место – считается плюсом, либо наоборот, не хотя сюда идут? Ну, знаете, кто-то наоборот, там, приехал из Центральной России, говорит, мне там делать нечего. Я понял, что как бы здесь у меня больше шансов там себя как-то достичь, там, показать чего, что-то в этой жизни, какие-то потом результаты, итоги подвести в своей жизни, что не зря жизнь прожита. Кто-то наоборот отсюда уезжает, говорит, я не хочу здесь находиться, хочу там поехать, уехать в другие регионы, там послужить. Были у меня вот люди, которые мы тоже рассматривали на контракт себе. Ну, один сейчас, вот точно знаю, служит на Сахалине. Говорит, я там счастлив, как бы все хорошо, все устраивает, мне все нормально. Поэтому здесь как бы сугубо индивидуально. Кто-то наоборот от родственников отрываться куда не хочет. Вот вы приковали себе наручниками родственники, и все. Я ни влево, ни вправо, никуда не хочу. Поэтому здесь... Кто где себе нашел? Да, кто кому как... Как говорится, душа лежит. А как быт обустроен у пограничников? Да быт, в принципе, у нас на социальном бытовом плане находится довольно-таки на хорошем уровне. То есть у нас... Не голодают? Нет, питание бесплатное, трехразовое. Некоторые даже потом по истечении приходят на контракт худые, потом даже вес набирают. А, вес набирают? Да, приходится гонять, чтобы по физической подготовке, чтобы скинули. Обычно кто в горы идет, наоборот, скидывает, и там таком, в экономичном режиме. Прибывает. Ну да, но тут видите опять, когда сезон открылся, летний период, они по горам активно ходят, хоть зимой там, в принципе, делать практически нечего. Угу. Уже никаких движений нету, поэтому либо в спортзал ходят, либо там бегают, занимаются для себя, либо жирок накапливают немножко. Как медведи, все-таки в горах. Да. Ну что ж, спасибо вам огромное за беседу, за информацию. Мы уверены, что границы под надежным замком, и жители Карачаево-Черкесии, как всегда, могут спать спокойно, благодаря таким людям, как вы и вашим коллегам. Большое спасибо. Это была программа «Здесь и сейчас». Мы прощаемся с вами ровно на одну неделю. До скорого.